Дорогие друзья, зрители нашего канала, еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал, порекомендуйте своим друзьям, близким. Сегодня мы начинаем новую рубрику, ее будет вести Юрий Кирилович Сипко, кто-то читает его, кто-то знает, у него очень интересный литературный язык, и это будет выходить по четвергам, и мы решили ее назвать «Чистый четверг». Чистый, потому что вот через слово мы хотим очистить наши души к любви, к миру, к там молитве, к созиданию, потому что есть надежда для всех нас. Пусть чистый четверг очистит ваши души словом, вот этим посланием, которое будет делиться Юрий Кириллович. Здорово вы придумали, да, чистый четверг. Я сказал бы от себя, что на самом деле давно мечтал, чтобы взгляд с небесной, ну, таким вот широким взором, окидывая нашу страну и заглядывая во все уголки жизни нашей, и производство, и политика, и общественное, и искусство, и культура, и семья, еще бы вот взор свой обращал на духовные ценности, на то действительно, что Христос нам дает, спасительную веру. Чистый четверг мне нравится тем, что он предлагает нам хотя бы один уголок, один денек нашей жизни очищать. Он связан с чистым четвергом предпасхальным, когда мы по-особенному из Великого Поста выходя или в Великом Посте находясь, приготовляемся встретить Христа воскресшего, пасхального. Но если мы каждую неделю, четверг нашей недели, будем очищаться, размышлять о чистом, чистить храм души своей, это, я считаю, будет прекрасным. По-настоящему взглядом с небесным. Спасибо, Юрий Кириллович. Да.